Зовут меня Казак Денис. Представляю я собственную компанию, называется она Ниси. Это продукты для детей и мам, также и для пап в перспективе, так что надо будет переименовать то, что я узнал, тоже здесь. С первого дня, как я сюда пришел, во-первых, полезно, потому что здесь хорошее настроение. Во-вторых, все, что я думал, что знаю о Фейсбуке, оказывается, я не знаю о нем ничего. Оказывается, лайкать – это не все, что он умеет. Комментарии очень круто, но когда пишут тебе, отзывы – та же ситуация. А если честно, узнал, что такое реклама, что такое буст-посты, не обязательно делать это очень просто в плане нажать кнопочку, и ты считаешь, что если пошли денежки, значит, есть результат. Нет, надо все настроить, что такое настройка, кто такой твой таргетинг, как его найти. Это немножко занимает времени, но зато оно приносит и результат. Мне конкретно какой-то результат, который я хотел, оно принесло. Он не выражен в деньгах, но он выражен в моем, как бы, дискуссии меня и моих клиентов. Что-то мы наконец-то понимаем, куда надо двигаться и как правильно делать свои рекламы или свои рекламные кампании. А я уже даже рекомендовал всем моим знакомым, которые занимаются, назовем его, своим маленьким бизнесом, или тем, кто работает на компании, где я раньше также был сотрудником. Все просмотрели, многие из них заинтересовались, просто не знали, когда будет начинаться следующий. Я надеюсь, они придут. Я им опять же напомню, потому что я считаю, что это полезные курсы. И сам Дмитрий молодец, потому что очень-очень позитивный человек, а это многое значит.